Дамы и господа, и певица Афродита тоже здесь. Она тоже пришла поздравить с днем рождения Татьяну Морозову. Здравствуйте. Привет, привет. Что связывает вас с Татьяной? Ой, с Татьяной давно знакомы. Конечно же, связывает дружба, коллеги, подружились очень. Она очень светлая, искренний человек, талантливая, красавица огромная. Если бы мне подарила необычные цветы, такие же красивые, как она. А хотелось бы заниматься совместным творчеством с Татьяной? Ну, конечно же, хотелось. Я всегда за. Ваши пожелания, Татьяне? Хочу пожелать крепкого здоровья, всегда радоваться, улыбаться, творить. Она очень позитивный человек, и я желаю оставаться ей такой же всегда. Как думаете, какая мечта у Татьяны? Ну, мне кажется, как у любого человека, быть счастливой. Ну, я думаю, она счастлива, в принципе. Ну, мы пожелаем ей быть еще счастливее. Еще мега-мега-мега счастливой, самой счастливой на свете. Афродита, большое спасибо за интервью и за пожелания. Мы отпускаем вас в зал к Татьяне. Спасибо, давай.